для зрителей, у нас программа продолжается в виде зрительского конкурса. И я попрошу сейчас сюда выйти на сцену, 9 человек, кто хочет поучаствовать. Можно подвое. Фильтруемся, фильтруемся. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, должно, короче, быть 9 команд. 9 команд. 9. Вы кучкуетесь тогда. Подвое, подвое хотя бы. Давайте. Так. Подождите, сколько вас? Кто подвое? Давайте. 1. Вы вдвоем? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Давай с кем-нибудь быстро. 8. Давайте вы интересные 9. Ничего, ребята, у нас будет еще конкурс, не переживайте. У нас будет еще, не переживайте. Это пока только первый конкурс за нашу программу. Итак, объясняю правила. Суть в том, что... Что-то у нас как-то очень долго. Ну ладно. У нас очень много танцев. Но таких танцев мы еще не видели. Поэтому сейчас достаем бумажечки и читаем название. Вам включают музыку, и вы должны изобразить этот танец. Танец краба. Танец краба Полируна, пожалуйста. Включите нам музыку. Зрители, не расходитесь с помощью нас, мы будем выбирать победителя. Спасибо большое. И следующая команда, вытаскиваем бумажечку. Танец енота полусхуна, пожалуйста, включите нам. И отличный енот полоском, по-моему, получился в исполнении данной команды. Пожалуйста, вам. Танец индийского слона, пожалуйста. Don't let it.
проголосовать. Вам придется... А что-то у нас тут много людей, да? Раз, два, я все правильно, значит, вы будете соло. Танец тираннозавра. Отлично, по-моему, танцует фристайл уже вместе с нами. А мы продолжаем, у нас осталось всего 3 бумажечки и 3 танца. Я это не запомню. Так, танец принесения в жертву носочков в стиральной машине. Сейчас будем определять. За первую команду, какого у вас был танец, ребят? Крабы были руна, да?
Танец Крава Полируна. Пожалуйста, аплодисменты. Так. У вас вот такой танец? Енота Полоскуна. Так, уже лучше. Танец индийского слона. Ну, индийский слон там с балетом немножко. Лебедя больше. Ну ладно. Человек, получивший зарплату, у нас солист у нас тиранозавр. Танец стиральной машинки, это просто в отделе. Водоросль в течении гольфстрим. Понятно. И шаманский танец последний. Так, у нас, значит, или вы. Давайте еще раз. Значит, за человека, получившего зарплату. И за стиральную машину. И побеждает у нас танец стиральной машинки. Но никто не расходится, мы вам тоже наградим небольшими призами. Держите мне микрофон, пожалуйста. На этом конкурс наш окончен. Всем спасибо. До следующего блока. Следующий блок 16:40.